Штирлиц пришел на встречу со связным в знакомый бар и заказал 100 грамм водки. Водка у нас кончилась еще 2 дня назад. И извинился бармен. Ну тогда 100 грамм коньячку. Коньячок у нас кончился вчера. Огорченно сказал бармен. Ну а пиво-то есть? Увы, закончилось сегодня утром. Значит, он уже здесь. Подумал Штирлиц.